В Югре третий раз за год скорректировали бюджет и снова в сторону увеличения. Поправки в главный экономический документ региона сегодня приняли на очередном заседании окружной думы. В частности, доходы бюджета в этом году выросли почти на 28 миллиардов рублей. Расходы также повысились на 13 миллиардов. Дополнительные деньги, например, пойдут на строительство и реконструкцию жилья, покупку автобусов на газовом топливе в муниципалитеты, субсидирование водных и авиаперевозок. В общей сложности дополнительные средства направят на 13 госпрограмм. Кроме того, депутаты сделали акцент на социальной сфере. Еще 3 миллиарда рублей пойдут на поддержку участников СВО и членов их семей. Если в абсолютных цифрах говорить, то доходы это округленно 391 миллиард, расходы 396 миллиардов и дефицит 5 миллиардов. За счет чего образовался дополнительный доход? Конечно, в первую очередь это налог на имущество, это налог на прибыль, это налог на доходы физических лиц. Это деньги, которые поступили по программе сотрудничества, это деньги, которые поступили из федерального бюджета.